По инициативе администрации города в центре дзюдо состоялась матчевая встреча, где на татами сошлись две команды города Хасавюрт и одна города Кизилюрт. Участниками турнира были юные дзюдоисты, которые только начали свой путь к олимпийским вершинам. По словам организаторов, подобные дружеские соревнования повышают интерес к данному виду спорта, а также сплачивают их в общем увлечении. Эта встреча проводится для того, чтобы вовлечь детей для занятия спортом именно дзюдо, для развития дзюдо в нашем городе. Поэтому вот эта встреча сегодня и дружба между ребятами, между спортсменами, которые непосредственно занимаются дзюдо. Помимо матчей в ходе турнира проходил отбор спортсменов в детскую сборную города Хасавюрт. Как отметили сами юные спортсмены, заниматься дзюдо им очень нравится, и тренера для них делают все возможное в плане развития навыков борьбы. Мы любим сюда ходить, нас никто не заставляет, мы все с удовольствием сюда ходим, тренируемся, уважаем тренеров. Тренера, в первую очередь, любим этот свой зал и готовы, и отлично подготовлены благодаря хорошему тренеру. Как отмечают тренера, в Хасавюрте секция дзюдо появилась совсем недавно, но успела завоевать большую популярность после победы наших спортсменов на Олимпийских играх. И с каждым годом количество желающих заниматься данным боевым искусством растет. Азамат Мусалчиев, Магомед Тимирсултанов, информационная программа «Пульс».